Десятки бодибилдеров из разных стран мира съехались на спортивный фестиваль «Арнольд Классик Европа». В этот раз он проходит в Лас-Рососе к северу от Мадрида. Спортсмены говорят, что для них бодибилдинг стал образом жизни. Сейчас каждый надеется на победу. Я очень усердно работал ради этого. И сейчас самое время выложиться по полной и посмотреть, что из этого выйдет. Это ежедневная работа, основанная на тренировках и диете. Требуются недели, чтобы добиться результата, а потом представить себя на конкурсе и попытаться почувствовать себя звездой среди многих других. Бодибилдинг для меня – это своего рода конструирование, образ жизни. Я не представляю жизни без него. Это мое любимое хобби. Европейский конкурс вдохновлен спортивным мероприятием «Арнольд Классик». Его в 1988 году основал Арнольд Шварценеггер. Соревнования ежегодно проходят в Колумбусе в США. На фестивале «Арнольд Классик Европа» помимо конкурса бодибилдеров проходят соревнования еще по 40 спортивным дисциплинам. Также здесь организуют игры, мастер-классы и развлекательные мероприятия.